Привет! Меня зовут Юлия Самсоненко, и я приглашаю вас в первый в мире бар-музей Васи Ложкина. Здесь, в самом центре Казани, на самой длинной пешеходной улице Баумана, расположен первый бар-музей художника номер один Рунета и автора знаменитых рыжих котиков Васи Ложкина. Привет, котятки! Ну что, за мной? Итак, мы попадаем в бар-музей. Прежде всего, почему музей? Потому что если вы посмотрите на стены, здесь везде работы знаменитого Васи Ложкина. Если вы вспомните, у Васи Ложкина более 5000 работ, к сожалению, мы смогли разместить на стенах бар-музея всего лишь около 70. Причем, чем мы отличаемся от классических музеев? Наша экспозиция постоянно меняется. Еще один момент. В нашем музее можно все купить. И любую работу, которая висит на стене, вы можете приобрести. Конечно же, в отличие от обычного музея, здесь не все оригиналы. В бар-музее всего лишь 3 оригинальные работы художника. Первая работа – это работа «Мы сами с усами, нам хорошо в Казани». Эту работу Ложкин написал специально для Казани, и она стала основным лейтмотивом серии сувениров про Казань, которые мы продаем здесь же, в бар-музее. Вторая работа – это знаменитая работа «Вперед, Акбарсик». В реальности у этой работы очень интересная история. Первоначально Ложкин написал работу, которая называется «Ты теперь не Барсик, ты теперь Акбарсик». Но по каким-то причинам художнику не понравилось то, что он написал. И буквально за один вечер он загрунтовал ее и сделал еще одну работу «Вперед, Акбарсик». Поэтому работа здесь одна, но в реальности здесь 2 творения художника. Ну и третья работа – это «Космический сыр», который мы подарили нашему партнеру Айрату Гарипову на его день рождения. Но так как она идеально подходит в интерьер нашего музея, она оказалась здесь, но чуть-чуть повыше висит. Все остальные работы, как вы понимаете, это репродукции. Но они вызывают неимоверный восторг наших посетителей. И, в принципе, сторис нашего бар-музея полны фотографий наших гостей рядом с этими замечательными работами. Как вы знаете, волшебный мир Васи Ложкина, он огромен, там более 20 типов персонажей. Кому-то, конечно же, нравятся те знаменитые рыжие котики, кому-то нравятся чиновники, кому-то нравятся нефтяники, кому-то нравятся полицейские, но, наверное, в этом и есть секрет популярности Васи Ложкина. В нашем бар-музее нет гидов, но у нас есть аудиогид. Актеры первого русского Руслан Халёзов и Евгения Родина записали аудиогид рассказами о том, каким образом художник создавал те или иные работы. Как это работает? А вот так. Снег идет. Несмотря на слегка романтический флёр картины, история ее появления достаточно грустной. Но так как мы не классический музей, так как мы рестораторы, мы соединили музей и ресторанную концепцию. У нас получился бар-музей. Поэтому в нашем музее гости могут присесть, заказать по меню наши знаменитые чебуреки либо наши знаменитые настойки. Чебуреки вы можете попробовать на таких специальных чебурелках. Если вы видите, это авторские тарелки, авторская керамика. И здесь тоже знаменитые коты. Нас это не останавливает. Такую же историю вы видите здесь. Это знаменитая работа Васи Ложкина, называется «Ватнички». И здесь эти ватнички, они не просто красивая скульптура, это функциональная солонка и перешница. Гости бар-музея чрезвычайно умилительно относятся и к ватничкам, и к вот этим тарелкам, и очень часто в сторис нашего бар-музея мы видим фотографии с этими замечательными котиками. Во время того, когда наши гости наслаждаются искусством, они, конечно же, могут утолить не только свой голод, но и свою жажду. У нас 33 домашние настойки на каждую букву алфавита, и подаются они вот в таких красивых сетах.
Один из сетов сделан, конечно же, в виде головы кота на 8 настоек. И самая наша знаменитая история – это палитра на все 33 буквы алфавита. Представляете, каким образом выносится такой сет? И, в принципе, вы можете собрать любую абсолютно композицию. Главное, скажите об этом нашему бармену. Как в любом музее, в бар-музее Васи Ложкина есть своя сувенирная лавка. Да, наши гости проходят через нее, заходя в основной зал. И, получив наслаждение от замечательных картин, вкусных чебуреков и настоек, выходя, они обязательно покупают себе маленькую частичку от впечатлений Васи Ложкина. У нас очень большой выбор сувениров. Вот эта работа «Нам хорошо в Казани» в виде футболки может уехать в любой город нашей страны. Волшебный мир Васи Ложкина прекрасен, и мы приглашаем вас в него. Здесь красиво, ярко, очень-очень смешно, вкусно. А мы готовы обармузеить не только всю страну, но и всю планету. Добро пожаловать в волшебный мир Васи Ложкина.